Ребят, всем привет! Сегодня у нас с 11 на 12 ночь. Смотрите, какая у нас погода. Ветер задувает, ветрище. Идет снег. Время 1 часа ночи. Начало 2. Такая у нас погодка, ребят. Идет снег. В данный момент на термометре -1. Вот такая вот у нас погода в Сибири, ребят. Обалдеть просто. Хотя было уже +21. Ребят, доброе утро. Сегодня у нас 12 апреля. Такая волшебная погода на улице. Всем привет. Всем доброе утро. Ветер ощущается как -10. Вот такая вот у нас погода. Всем хорошего дня. Ребят, всем еще раз привет-привет. Уже вечер. Такая вот у нас сегодня погода. Ветерок нехороший тянет. Утром видели, да, что было? Я немножечко с балкона снимала. Ночью, утром погода была. Утром было, как ощущалось, как -10. Ну, реально очень холодно, ветер нехороший. Сережа идет, меня встречает. Рубашку одел, футболки не пошел. Здравствуйте. Что, я говорю, это зима? Да. Всем привет. Всем здравствуйте. Стой. Стою. Так что. Так, тут нам порядке ходить. Я вижу. Подержи перчатки. Я даже перчатки с собой взяла. Уже было. Не поверите, уже поснимали куртки зимние. Хотела уже все поубирать. Да, некоторые идиоты переобулись на летнюю резину. С днем жестянщика вас, товарищи. Не, ну это, конечно, не смешно. Не это. Смешно. Ну, рано. А кто виноват? На Ильинку сегодня разговаривала с мужчиной. Сережа отдыхает-то. Говорит, на Ильинку подняться там. Таксистом. Уточни, с каким мужчиной. Или с каким мужчиной? Я на такси, да, на работу приехала, потому что гололед невозможный. Да, и это он говорит, на Ильинке подняться в горку вообще невозможно. Машины, говорит, бьются. Говорит, люди сегодня наполовину на работу не поедут или поопаздывают там. Короче, вот такие. Ну, а мы когда в субботу ехали, наши на монтажках стояли, в очереди уже. Переобуваться, да. Ну, а кто смотрит наше видео, постоянно не видит. И вот в гараже я как-то заезжал на днях. Тоже. А, ну да, говорят, что у нас бесполезные видео. Снимаем только... Что мы там снимаем? Столбы, окраин. Где нормальные люди не ездят. Да, не ходят. Ну, нормальные люди вообще-то везде ездят. Они нормальные, пишут всякую бред. Вон, поди. Из дома-то не вылазит этот. Комментатор. Неважно. Диванный эксперт, так называемый. Критик. Эксперт диванный. Ну, поняли. Который жопу от дивана лень оторвать. Поэтому он нигде не ездит.
Ну, Сережа преувеличивает, конечно, чуть-чуть. Ну почему? Может быть, и ездит в автобусе где-нибудь или в трамвае. То, что он не знает своего города. Что? Не надо меня это одергивать. Я его дергаю за рукав, молчи. Да, шучу. Просто такие вот хамы. Да пусть пишут, Сережа. Флаким в одно место. Пусть пишут. Ребят, не забывайте подписываться на Дзен. Ссылочка в закрепленных комментариях. А еще один там насчет центрального района. Это Сережа читал, да, вчера. Центрального района. Позавчера, наверное, дня два назад. Вы хоть ради интереса Википедию откройте, посмотрите. Если вы тем более живете в этом городе, то ладно, мы приезжие. Можем и не знать. И то знаем, где центральный район находится, где центр города. А там написали до спортсмена и до все. До спортсмена, да, там буквально. С какого это? Три остановки центр города, или четыре, сколько там, от левого берега. Вот мы идем по центральному району. А для таких вот скользко. Умников, как там сейчас принято умников говорить? К центральному району, оказывается, и Абагур-Лесной относится. Я бы никогда не поверил. Пока сам в Википедию не залез. Да, это он там в Википедию заходил, смотрел, самому интересно стало. Там очень большой район центральный. Они каких-то 3-4 остановки. Стыдно, товарищи, не знать. Ой. Элементарно. Птичка. Сколько там? 2 плюс 2 показывают. У нас плюс 1. Плюс 1? Оп. Например, если в чем-то сомневаюсь, пишу где-то комментарии, там бывает тоже видео, смотрю много всяких раз. Ой, ну ты вообще редко бываешь там, находишься. Нет, я вообще, это не про наши видео. Вообще другие видео, там вот, что относительно самогоноварения, например, или с машинами что-то связано, в частности, с такими, как у нас. Вот это, если я где-то что-то сомневаюсь, я лучше залезу в Википедию или... Еще где-то что-то перелопачу, потом напишу отзыв, либо промолчу. А когда я на все 100% уверен, тогда, конечно, могу написать, нигде не лазил. Ну, может, те люди были уверены на 100%, по их мнению. Неправильно у них мнение. На 100%, конечно, никто не может быть уверен. Даже дедушка, вон, Вова Маяковский. А снег-то продолжает лететь, ребят. Да, а не было. Зато на воскресенье обещают на день плюс 14. Ой, будем загорать. Перепакостил погоду. Ну а что, апрель месяц, что поделаешь? Это еще далеко. Не май даже. Да, еще в мае, вспомню, 9 мая, то снег, то дождь постоянно, за редким исключением. Даже у нас в Казахстане было. 1 мая, то снег, то дождь, и 9 мая ходили на парады. И тоже, блин, то дождь, то снег. Редко новый когда трамвайчик. Хорошая погода была. А вспомни, в июне еще заморозки. А целиком надо, да? Да. С днем космонавтики, товарищи. Да, кстати, с праздником вас. Идем дальше. Вот они уже стоят. Велосипеды. Не, не велосипеды, как они, самокаты. Про самокатчиков этих мужик там песенку типа пел. Мужик? Ну, там в КВН не заступал. Сейчас перебью, Сереж. Сейчас зайдем в Магнит. Надо купить кое-что. Что купим, наверное, дома покажу. Обзорчик небольшой сделаю в конце видео. Мне надо 550 рублей. Зачем? Надо. Наивный. 600 дашь?
Я сейчас выключу камеру, скажу, сколько. Это Сережа прикалывается, шутит, конечно. И что говори? Че? Мне Надя денег не дает. КВНщики. Ну, про этих самокатчиков тоже. А-а-а. То, что в окно влетел ему. Ну, там песню переделали. Мужик такой уже в возрасте, тоже он артист, и голос такой, знаешь. Еще нету. Я думаю, что вот. А уже, наверное, это. А, кстати, вот здесь ушел. Душку тебе не видно вообще. Так там говорят, у нас предупреждения идут. А это что-то вода спала, по-моему. Да? Уже. А, уже это смс-ки сегодня целый день идут. Ну, мне тоже приходилось. Что? О, а здесь что, снега не было? Что река? Как не было? Он же лежит. А, вон снега машина. Она была тоже вместить, как сегодня машинку выйти пораньше. Так я же щетку спрятал уже, багажник положил. Да. Ладно, ребят, как сейчас зайдем. Ну, что купим дома, покажем. Ребят, сейчас быстренько пробегусь, покажу вам, что мы купили. Купили две упаковки бедрышек по 240 рублей в Магните. Купили крылышки 280 рублей килограмм. Попробуем, ни раз не пробовали. Посмотрим. Яйца взяли в Ярче 120 рублей. Бананы взяли в Магните 110 рублей килограмм. Груши что-то тоже 260 или 270, что такое рублей. Но груши, бананы мы взяли в Нучочку. Хлебушек. Хлебушек стамбульский. Что 33 или 34 рубля, по-моему, если не ошибаюсь. Сахар взяли 67 рублей. Две пачечки. Молочко взяли 2,5%. Так, сколько оно? 67 или 68 рублей. Рисовая мука мне нужна. Взяла 110 рублей в Магните. Молоко в Ярче брали, сахар в Магните брали. Печенюшки такие взяли, не знаю, либо на работу завтра возьму, либо Сережа на работу в воскресенье возьмет. Вкусненькие такие, мягенькие, хорошие. Взяли, Сережа взял две упаковки рыбки по 150 рублей. Печень взяли. Тоже что-то 240-230 куриная. Что такое за килограмм? Дальше взяли капусту квашеную, такое большое ведерко. Не знаю, может на салатик, Сережа, может борщ, посмотрим. Творог взяли 1,8%. Капуста 120 рублей, творог, где мы брали. Капусту в Магните, творог мы брали тоже в Магните, но творог дешевле, Ярче брать. Сыр легкий брали 100 грамм, 80 рублей. В упаковке в это сейчас скажу сколько. 364 грамма. Империя вкуса ветчина куриная. Индейка. 140 рублей, по-моему. Что такое упаковочка? Греческий йогурт взяли. Баунти. Марс. Это Сережа взял. Так, что еще хотела показать? Ну, Сережа взял себе, пока сегодня выходной. Поняли, да? Дальше. Взяла вот такие приправки для шашлыка. Я добавляю его в мясо, когда готовлю, что такое. Тоже очень вкусно. По акции сейчас по 30 рублей в Магните. Так они по 60 с чем-то рублей. Потом для курицы взяли чесночок сушеный, гранулированный. Разрыхлитель мне нужен. Взяли еще вот такие вот по 67 рублей. Это если на завтра мы не поедем, если Сережа в воскресенье работать не будет, то съездим завтра к Мироше, к директору к нашему. Если Сережа будет работать в воскресенье, то Сережа съездит в гостиницу, внучочку завезет. Три штучки взяли. Понравилась мне вот такая вот наклеечка на яйцо. Решила взять. Дальше. Взяла вот такую с фетра корзиночку. Так как у нас внучочек второй год уже будет праздновать Пасху. Но первый годик он еще совсем маленький был. В этом году у него интерес. Он уже большенький. Нам уже будет в апреле год и четыре. Так что
Тут будет все красиво оформлено. Я потом, может быть, как-нибудь видео покажу. И вот такая корзиночка. Красота. Красота будет. Ну, я вам потом покажу, когда оформлю всю эту красоту. Вот перепеленные яйца красятся и все такое. Как в том году. Ну, в том году я, наверное, этого ребят не показывала. Потом себе заказала на Валберисе такие вот отруби. Очень вкусная из нее каша. Каша-отрубяшка. И взяла вот такие пшеничные. Клетчатка пшеничная. Дальше. Ладно, уберу баночку. Заказала еще себе вот такой вот сахар. Ладно, я не буду сильно показывать, потому что у меня тут коктейли стоят еще. Вот такой вот, ребят, сахар. Вот такой вот, граммовый. Есть там, ну, это на Валберисе, кто пользуется, наверное, знает. Есть граммовые, есть на полграмма. Сахар я не употребляю. Уже, наверное, вот чисто сахар, наверное, уже полгода это точно. Больше даже. Прям категорически от сахара отказалась. Ну и все на этом. Вся наша покупочка. Вот такие вот у нас цены. А, еще картошечку купили в этом. Но она грязненькая, я уже не стала ее вам показывать. В магните. В Ярче. По 20 рублей. Ну и все, такая вот у нас была покупочка. Распаковочка. Дорого все, конечно, все дорожает. Опять и дорожает. Куда дорожает, непонятно. Вот такая вот картина, как говорится. Все, ребят, всем хорошего настроения, позитивного, хорошего настроения. Сегодня день космонавтов. Поздравляем всех космонавтов и всех нас вместе взятых. Космонавтики, да, день? На улице солнышко пытается пробиться, но время уже 8 час, 15 минут 8. Пока Сережа пришли. Я завтра работаю, Сережа завтра еще отдыхает. Сейчас Сережа будет готовить вот эту вот. Вот эти вот крылышки вкусненькие. Не знаю, может быть, засниму процесс, может быть. Ну, скорее всего, не буду. Ему не нравится, когда я что такое подобное делаю. Скажет, вот, захейтит или еще что-нибудь. Хотя ему тоже по барабану. Но, тем не менее. Не знаю, почему мне такой цвет понравился. Фиолетовенькие. Вот красиво. Но это не все наклеечки. У нас еще есть наклеечки. Ну, это... Дальше видно будет. Ладно, ребят, всем хороших впереди выходных. Видео идет немножко с опозданием. И в первую очередь видео идет на Яндекс.Дзен. Переходите, ссылочка в комментариях, в закрепленных комментариях. Переходите, подписывайтесь, смотрите нас на Дзен. Потому что на день, на два, там может даже и на три, видео выходят раньше на Дзен, чем на Ютубе. Все, ребят. Всем всего самого-самого хорошего. Мирного неба, самое главное, над головой. Всем пока-пока.